Всем привет, с вами канал Мультипланет и я Маша Агаси-Дерра. И сейчас мы поиграем в игру по мотивам мультфильма «Мой маленький пони, девушки и квесты». А игра у нас называется «Стиль Лиры Хэрстрингс». Хэрстринг. Ну, типа так. И как всегда вначале скажу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. И поехали, собственно, тут у нас Лира. По-моему, да, все-таки Хэрстринг. И можно ей выбрать прическу. Любую прическу, как какие-то злые глазенки. Непонятно, что она такая злая. Вообще, Лира Хэрстрингс — это персонаж второстепенный, но фанаты придумали ей фамилию, вот именно эту Хэрстринг. И благодаря этому она стала почаще появляться в самом мультике. Потому что создатели мультфильма увидели, что она популярна. Ну, по крайней мере, нравится фанатам. И можно, собственно, из-за этого ее ввести в мультфильм почаще. Вообще, это Лира и Бон-Бон, это лучшие подружки по мультику, которые, собственно, постоянно вместе и в фанатских, не знаю, фантазиях, когда они придумывают что-то, собственно, тоже всегда. Лира и Бон-Бон, они всегда вместе бегают. У Лиры, собственно, Кьюти Марк Лира, она очень хорошо на Лире играет, а Бон-Бон на чем-то типа свистка. Ну, в общем, а тут у нас она девушка Эквестрии и собирается тоже на бал. Ну, видимо, ее туда не приглашали, потому что она какая-то, ну, очень злая. Вот, можно выбрать прятки. Они будут другого цвета. Оставим вот ее родную гриву. И не знаю, как бы изменить-то. Какая она совсем злая. Ну, точно никуда не пригласили. Или Бон-Бон что-то натворила. Эх, Бон-Бон. И можно выбрать цвет глазок. Так, чего там? Кактус. Ой, желтый, родной оставим. Так, все пропало. Ну-ка, обратно. Вот так давайте оставим. Глазки ставим такие же, ротик. Такая злобная, показывающая язык Лира. Недовольна с языком, она такая хитрая становится. И давайте выберем, собственно, наряд. Тут у нас есть вот такие вот кофточки в промышленных количествах, которые, по-моему, все подряд идут в Бон-Бон, потому что она такая тут сорванец. Так, и вот давайте пока оставим вот такую, нет, вот такая больше фиолетовенькая, светло-светло-фиолетовая нравится. И перейдем к штанам. Можно выбрать джинсы. Какая-то, ну, джинсы как-то и не очень. Можно шортики выбрать или юбочку. Или такие вот юбочки разных цветов. Ну, юбочки у нас тут разные. Как-то не очень. Пойдемте платьице посмотрим. Мы же все-таки идем на бал, хоть мы и жутко злобные. Но мы все равно идем на бал. И вот есть такие платьица. Но как-то, по-моему, не идет. Есть такие. Какие-то валанчиковые платьица. Тоже некрасиво. Есть такой, в моем понятии, ужас. Вот эти вот нарукавники, они вообще не очень рукава. Да, вот такой вот простенький мне больше нравится. И на Лере, по-моему, лучше смотрится. Но пока посмотрим, что у нас есть дальше. Это похоже на длинную кофту. Просто длинная кофта. Не очень. Так, а можно вот такой вот нарядик с клетчатой, не клетчатой, а звездочной юбочкой. Ох, даже не знаю. Что-то мне здесь синий очень нравится. Непонятно, что бы выбрать. Давайте вот такой оставим. Так, на платьице у нас такие светло-зеленые, цвет морской волны полоски. Как раз под цвет волос у Лиры. Так, и перейдем к ботиночкам. Ботиночки. Можно вот такие сапоги. Вот какие-нибудь вот такие вот. Типа желто-зеленые, которые больше подходят под цвет. Или вот такие синие, они тоже идут под цвет у нас платьица. Так, а можно выбрать туфельки. Как-то не очень идет тут. Вот во всех таких похожих играх, ну, совсем не идут в туфельки. А можно вот такие ботиночки с какими-то помпонами. Тоже не идет. Давайте оставим вот такие вот синие ботинки. И такая вот у нас будет злобная Лира. И мы можем выбрать еще колготочки, можно такие в сеточку, не очень смотрится.
Вот, вот такие вот точно. Носки тут практически не видны, поэтому интересно смотреть. А вот в полосочку такие гольфики очень даже неплохо смотрятся. И можно вот такие вот голубые выбрать. Или, по-моему, вот зеленые. Голубые лучше смотрятся, вот такие вот голубые выберем. И, по-моему, вполне неплохо смотрятся. И вот такая у нас, собственно, вот Лира, поняшка. И тут у нее глазки добрые, хорошие, не то, что тут условные Лиры, которые хочется за язык дернуть. Можно надеть вот такие наушники. Вот тут у нас есть ожерелье с Лирой нарисованной. Ой, нарисованной, сделанной. Сережки. И... Ну, как-то сережки, короче, не идут. Вот, поставим только ожерелье. И можно одеть очки. Ну, как-то тут она совсем непонятно смотрится, лучше их купать. Вот такая у нас будет хитрюга. Так, и можно выбрать, собственно, цвет тела. Любой. Ну, мы оставим родной Лиры, цвет морской волны. Жалко, тут сразу бомбон нету. И посмотрим, что у нас получилось. И вот такая у нас Лира получилась. Со злобным взглядом, высунутым язычком, в забавном платьице. И рядом стоит такая милая-милая пони, совсем не чита девочки, которая что-то нашкодила или вот-вот собирается нашкодить. Ну и вот, собственно, вот такая Лира Хартвиг у нас получилась. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока, до новых встреч!